Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Oppo A54 5G добавить или же удалить вотермарку. Имеется в виду с камеры, когда вы делаете фотографии. Заходим в настройки. И здесь есть водяные знаки. Можем добавить их. Либо же, если у вас наоборот они есть, то убираются они вот так. И на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!